Первым делом, что нужно сделать любому новичку, который пришел в Тарков, это побороть свой страх. Страх от потери лута и встречи с ЧВКшниками. Сделать это не так сложно, поскольку я уже делал одноименный гайд, ссылку на который я оставлю под кнопкой лайка. После того, как вы побороли свой страх, все, что нужно дальше делать, это активно играть в Тарков. Обратите внимание, активно это не значит как киберкотлетка или ваш любимый стример. Это значит передвигаться по карте и использовать свою голову и знание местности и фишек в ваших рейдах. Для всего этого, конечно же, нужен опыт. Все, что вам нужно делать, это просто играть и кайфовать от игры. 80% игроков в ваших рейдах это такие же голожопые стриптизеры, как и вы, которые совершенно не умеют играть в эту игру, так как у них тоже есть учеба, семья, работа, дети и так далее. Поэтому ничего не бойтесь и следуйте только за собой и своей игрой. Тогда вы придете к успеху.